Продолжаем выпуск. Во Владикавказе проходил очередной форум сообщества. Было отмечено рекордное количество участников, около 700 человек из 13 регионов России. Представители нашей республики в их числе. По приезде участники форума рассказали об обсуждаемых темах. Альбина Ламкова продолжит тему. В трехстороннем диалоге приняли участие представители общественности, бизнеса и власти. Главная задача форума сообщества – выявить лучшие региональные и федеральные практики и объединить единомышленников, готовых заниматься социально ориентированной работой в регионах. Активно в работу форума включилась и делегация из нашего региона, отметила руководитель общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Ляшова. Одной из обсуждаемых тем стала подготовка общественных наблюдателей. Подробнее о значимости мероприятия и о его деятельности рассказала Елена Ляшова. У нас с вами идет активно обучающийся процесс. Он практически почти заканчивается. У нас осталось обучить фактически 4 только района, и мы уже заканчиваем. И на этом форуме еще раз и еще раз акцентировался главный момент, что общественные наблюдатели, которые представляют интересы всего сообщества, это та, по существу, власть на выборах, которая делает эти выборы открытые и легитимные. Но все же главной темой обсуждения на форуме стал общественный контроль как инструмент позитивных социальных изменений. Не обошли вопросы сохранения языка и культуры, подготовки и переподготовки кадров. Мы как раз обсудили вопросы программ дополнительного профессионального образования, переподготовки кадров в меняющейся структуре экономики. И вот в этой части мы как общество ищем ответ на тот вызов глобальный, который нам, собственно говоря, преподнесла пандемия. И с коллегами обсудили вопросы начальной профориентации для того, чтобы кадры готовились к освоению тех или иных направлений подготовки, еще находясь в школе. Вторым важным блоком является постоянное обучение. Это такая модель обучения через всю жизнь. К сожалению, пока здесь мы еще уступаем развитым экономикам. На открытой площадке форума сообщества обсудили и тему межнациональных отношений на Северном Кавказе. Очень часто во время выборов некоторые люди или некоторые организации нечистоплотно используют эту тему. Поэтому говорился о важности общественного контроля вот в этой сфере, о важности, чтобы общественная палата, она держала руку на пульсе. Также от нашего региона было предложение, чтобы восстановить курсы повышения квалификации по госконфессиональным отношениям. Двухдневная программа прошла достаточно насыщенно. Интерес к форуму был высок, отметили его участники. Теперь предстоит масштабная работа по воплощению лучших идей в решении насущных социальных и политических вопросов. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.